лилия водная, и там черный карп плавает. А это вот сад бабочек. Экзотические растения, очень много бабочек, прекраснейших. Ой, какая красота летит, ой, красота какая. Ну-ка, покажись, такая красавица. О, улетела. Вот еще одна. А? Вот смотрите, какая арка красивая. Там в основном оккупировано черными бабочками. Вот желтая любит это растение. Они подобрали такое растение такие. Красотулька сидит, ест вон. Тут-то не уловить их, они вон. А это что, умерла, что ли? Видите, они что ж умирают? Умирает? А нет. Ну, она уже умирает, наверное. Вот она уже падает. О, вот эта красавица. Покажись. Зелененькая, я ее как раз хотела снять. Она живая. Она живая. Она живая. Ой, она такая хорошенькая. О, боже мой, какая она хорошенькая. Ой-ой. Это фильм. Ой, она такая хорошенькая. Ой, мышонок, она... А, зизулип. Глаублий. Как маль. Зизакт хало. Это что-то пета, что вот из пять дней живут только бедолашки. И потом помирают. О, это вот их детишки. Вот они выращивают этот сорт. Ой, а, они такие интересные, они какие-то жуки какие-то, бронзовики. Ничего себе. Вот я ее держала на ручку, хорошенькая.